Приветствую, дамы и господа. Сегодняшнее видео о таком маленьком 4-дюймовом Harder Kansas от Thornton. Совсем недавно я показывал вот такой 4-дюймовый Harder Kansas, но это белый, это черный. Хотя они маркировались одинаково, то есть в частности HB4. Ну, то, что я говорил. Thornton не разделял белый и черный. Если поближе, то вот маркировочка. HB4. Thornton Harder Kansas. Так, восстановилась вроде бы камера. HB4 Harder Kansas. Чем этот камень отличается? Ну, помимо того, что он фактически в новом состоянии приехал, отличается он тем, что эта порода, именно вот этот кусочек, это та, которая достаточно глубоко просвечивается. То есть по просвету, ну вот если видите, то есть просвет, в частности у этого экземпляра, достаточно глубокий, причем он глубокий по всей его этой вот. У Нортонов, вот я показывал, был один пятнистый Арканзас. Ну, так в основном все трансы. Ну, по крайней мере, какой-то кусок трансовости в нем быть должен. Вот, это однозначно. А так, что, тонкий доводочник, стандартный тип размер 4,2 на 3 четверти, то есть 20 мм. Это где-то 50-70-е года. Там в это время вот как раз конец вашит и конец черных. После вот этого уже закрылся Бировский карьер. Вашиты были достаточно такие просвечиваемые. И вот такие интересные черные также встречаются, попадаются. По мере возможности стараюсь их за это забросить. Не доводил этот камень, не показываю доводку, потому что камень был заказной. Вот, попросил товарищ, поэтому так просто показал, а дальше он уже сам будет доводить, приводить чувства и так далее. Вот, в общем-то все, такой себе обзорчик был, HB4, Harder Kansas от Thornton, черный. Всем спасибо за внимание, пока.